Добрый день, Три Пискаря рад приветствовать всех любителей рыбной ловли. Поговорим с одним из рыбаков, рыбачащим на берегу, именуемым места для отдыха. Здравствуйте. День добрый. Расскажите, пожалуйста, как проходит ваша рыбалка? Отлично проходит. Как проходит ваш отдых? Супер просто. Расскажите, что у вас в улове? В улове у меня... Вы специализированно настроились на форель, как я посмотрел. Да, на форель. Сначала на сыр пытался. Было мало поклевок. Поставил паску чеснок. Вот прибавилось. Даже одна вот. Одна более чем хорошая и интересная. Более чем хорошая. Вот. То есть, по сути, только паста. Ничего больше не пробуете? Пробовал селедку я. Не было поклевок на селедочку. Форель на селедку пробовали? Ну, я пробовал, может быть, осетра попробовать. Попробовать осетра, да? Но не вышло. Решил переключиться полностью на пасту. Ну, время у нас немного только за обед, и я думаю, что еще времени больше, чем предостаточно. Конечно. Поэтому хочется вам сказать ни хвоста, ни чешуи, и всего доброго. Спасибо большое. Водоем крутой. Спасибо.